Из-за установившейся жаркой погоды в Краснодаре прекращают работу ярмарки выходного дня. Количество их сократится с 7 до 2. Свежие продукты напрямую у производителей теперь можно будет купить в Центральном округе на пересечении Одесской и Коммунаров и в Карасунском округе на улице Невкипелова. Эти ярмарки наиболее востребованы у жителей, и для их организации не требуется ограничивать движение транспорта. По указанным адресам в течение лета будут торговать товарами и продуктами, не требующими специальных условий.